Добрый день, а может вечер. И у нас, конечно, слушайте, такие деньки сейчас стоят теплые. Осень, ночью холодно, днем тепло, 23 градуса, а ночью даже плюс 4 сегодня было. Но я вот все равно хожу, любуюсь вот этими яблочками. Такая красота. Ну, никак не любоваться. Макинтош. Это яблоки Макинтош. Красивые. Но мы еще их не срываем. Вроде как бы был морозец у нас слабенький. Но вроде все прошло. И помидоры еще там целые. И яблоки. Ну, в общем, слушайте, ну просто красота. Ну как? Я любуюсь вот такими яблоками. А сейчас вас поведу опять по огороду. Покажу, что уже наш огород убран. Что убрано, что не убрано. Ну, в общем, понемножку всего прогуляемся. Вот такие осенние уже начинаются зарисовочки. Видите, как красиво становится. Но здесь еще ягоды есть. Вы не думайте, вот там ягодка есть. Но не сорвали. А понемножку так рвем и кушаем. Да. Ну вот наш же огород начинается с вот это с виноградных вот таких кустиков. Но здесь уже нет ничего. Здесь мы уже собрали, а здесь вот поздние сорта еще есть. Вот. Ну, он тоже уже поспел, мы уже понемножку кушаем. Вот там их много, вот этого виноградика. А те, что ранее, уже нет, мы уже собрали. Здесь тоже яблочки, вот такие яблоки висят. Это поздние сорта. Так что, ну вот, здесь ничего нет. Все, мы все съели. Ну и пойдем там. Вот так уже поспел у нас шиповник. Эти листья, видите, уже желтеют. Ну что ж, осень. Здесь тоже, видите, листья уже желтые. Эти сливки. Мы немножко сорвали, а эти висят. А так иду на огород и сорву, скушаю чуточек. Еще один у нас есть шиповник, но тот еще не готовый. Вот это тоже, но это как бы поздний сорт. Да, он еще такой. Еще. Пускай подспеет немножко. Тут, наверное, уже сорву. Так, вся красота. Осень, друзья мои хорошие. Осень. Огород уже убрали. Но сейчас уже стоит такая погода у нас хорошая. Теплые деньки. Вот эта мята у меня здесь цветет вовсю. Это я оставила как на семена. Вот. А это цветочки, я даже не знаю, как они называются. Вот такие красота тоже. Цветут все лето. Там еще чернобрывчики. Вот они какие. А там уже огород мы убрали. Я вам потом покажу, друзья мои хорошие. Там перец у меня. Ну, морозец был, немножко подмерз. Ну, уже все, там ничего почти нет. Ну что, мои хорошие. Хорошо, мы с вами прогулялись. Долго не буду вас задерживать. Всем пока, до встречи. Ставьте лайки. Кто не подписался, подписываемся. Всем пока, до встречи.